братва и женщины, всем привет. Хорошая у нас сегодня погодка такая, дождик идет и холодно. В самый раз гайки покрутить. Едем мы на... Поняли, да? Гайки крутить. Оделись мы правильно, в правильной шапке. Так что, как говорится, не спотеешь, а просто околеешь. Так что погнали, покрутим гайки на дороге. Все покажем, все объясним. Но нам с Артемом удачи, как говорится. А вам приятных просмотров. А мы вот гоним, пока не дали. Так что варганьте кофеёку и погнали. Народ, порты у нас сегодня закрытые. Вот смотрите, справа у нас вот ворота замкнутые, а слева у нас ни одного трака нема. Обычно вот здесь все стоят траки, потому что сегодня пятница и дождик пошел. Если дождик пошел, то никто не работает в Вашингтоне. Шутка, да? Дождик здесь всегда идет. А как вы здесь живете, я вообще не представляю. Посмотрите, небо, как всегда, серое. Просто серое такое, нудное. Мрачное такое. Всегда серое, я не знаю, как здесь люди живут. Ну, люди и на Аляске живут, я вообще не представляю. Как люди живут на Аляске? Какой бы человек бы, да, поехал бы на Аляску жить? Объясните мне. Вот что там делать? Так и здесь, в Вашингтоне, я не понимаю, что я тут делаю. Все умные люди уже давно уехали отсюда. Остался я один умный здесь, среди всех остальных. Кто меня смотрит, ребят? С Сиэтла именно, да? Вот что вы тут делаете, объясните мне. Из-за бизнеса, все говорят, из-за бизнеса. Типа мы ради денег живем, да? Ну, то такое дело. Дождик просто идет. Хомлесы вот тут кучкуются, бездомные. Штат, конечно, просто супер. Слов нема. Хороших у меня уже на этот штат не хватает. Ну а мы что, мы ничего. Стоим, красавцы. Тёма, куда поехал? Тём, ты куда? Тёма что-то делает непонятное. А, хочет возле моего Петрухи встать нос в нос и посмотреть, какой лучше. Не, ну это ясное дело. Кенворс круче сидит. Там базара нет. За порты не ты рассказал. Порты закрытые, потому что реально работы мало. Реально работы нету. Смотрите, какой крутой Петюня сидит. Да ты че? Вот так этот красавчик смотрится в салоне. Так, я что залез? От GoPro-шки вчера здесь забыл свой чарджер. Вот он висит. Сейчас ее быстренько подзарядим и будем снимать. Ветер какой-то начался у нас тут. Так, мальчики. У меня два амортизатора, когда поднимается, там тоже потекшие. Я два амортизатора заказал. Gabriel SLX. Будем менять. Хотел этот парт номер посмотреть. Что я там заказал? Да, 89408. Так и есть. 89408. Парт номер. Только не знаю, как я их буду отсюда откручивать. Но как вы написали, обрезать, да, гаечку. И к монахам. И потом новые все гайки куплю без найлон. А простые гайки и с контрашайбами внутри и все. И рессору обязательно заказал, все идет. Я думаю, в следующую субботу уже, не в эту субботу, не завтра, а на следующую субботу уже все будем ставить. Так что сейчас мы с Тёмой что? Замерил я сейчас рулеточку, прикинул. С этой стороны балка, насколько сидит, и вперед. У меня полинча. Она сейчас наклонена вперед у меня, на полинч. Поняли, да?
и дорогу держит четенько. Резину не жрет. Как я купил, да, трака с этой Goodyear резиной, так она до сих пор есть. Ровненько, четенько. Нигде ничего, никакого бампа нету. Это что говорит? Что алаймент просто айс. Просто айс. Че, мою болту срывает? Я хотел за эти springless рассказать. Значит, за эти рессоры, а то все пишут, опускали, опускали, теперь поднимаете, да? Подкладываете эти самые пластины. Значит, Тёму мы замерили, то же самое, сейчас балка наклонена вперед, slant у нее to the front, пол инча разница. Здесь получается 17 сзади, 17,5, впереди 17 от пола, на той стороне ровный асфальт, мы ее замерили. Все четенько, пол инча наклонено вперед. Ему сказали все шапы, чтобы вот этот kingpin центр был чем дальше центра от аксела. Это значит, надо наклонять назад. Поняли, да? Но у нас сейчас одинаково. Ни у меня этих angle shims нема, ни у него мы не поставили. Под конус, которые shims идут, вот он их купил сейчас. Самые большие. Вот она лежит. Это самое максимальное, да, сказали? Что ты можешь подложить. 6 degrees. 6 градусов, короче, слон. Мы сейчас назад еще поставим. Балку выгнем ровнее. Понял, да? Не знаю, для чего. Просто пробуй, Тёма. Для чего это все делает, чтобы лучше ехал, держал дорогу кеша. Все это для того, чтобы он лучше держал себя на дороге. То, что я хотел сказать, что трак уже был опущенный с первого дня, а заниженный, как мы вот эту систему поставили, он уже сидел на полу у тебя с первого дня. Ну, когда мы airbag систему поставили, мне его поставили, уже сел. Нам не надо было бы его пускать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы он держал дорогу. Хотя бы как Вольво, да? Ну уже да. Уже не говоря за Петербилт. Хотя бы как Вольво. Трак сидит. Мы не опустили его ниже. Да. Мы ниже его не собирались опускать. Он уже сидел. Он уже сидел. Бампер, низко, да, там один инч от пола. Все говорят, зачем так сильно опустил. Ну да. Низко. Мы не собирались его ниже опускать. А теперь получается рессора До того мягкая, что он еще ниже сел. Ну да. Как, а как нам так не надо. Мы ниже опустили бы, потому что это оригинальный рессор. Это оригинальный рессор, мы же ничего не резали. Ну да, короче, это самое. Прикол такой. Сильно мягкая рессора. И он теперь, когда едешь, очень низко сидит, когда едешь. И надо, получается, перекачивать airbag, воздушную подушку. А когда ее перекачиваешь, он становится трястись на фривее вот так. Сколько ты накачивал, говоришь? 80 PSI? 60, я езжу в 60. 60, да, уже едешь? Но это все равно низко, бампер до пола. Yeah. А я езжу 55, это самое большое, что я ездил. Yeah. Можно 25 ехать, 30, 35, как хочешь, короче, так и едь. А Тёме приходится ехать 60. А, это много. Давай плоскогубцы. Ага, на плоскогубцы. Опускай. Сейчас попробуем опускать, и чтобы центральный болт зашел внутрь в отверстие в alignment shims. Попало, да, все сразу спирало. As soon as I loosen up these U-bolts, ага, у нас здесь ровно стоит. Можно там затянуть. Not really. I don't want the whole axle, чтобы еще съехал. Axle
двигается, да? Ага, да, it's like pushing the because of that side. Там не сблизилось. Теперь аж на аксель покатился, слышь, вот здесь. Ремень покатился. Ну, чтобы ровнее там стать, нужно здесь покатиться. Значит, один моментик такой. Когда делаете одну сторону. Здесь, с этой стороны? Да. Значит, надо другую сторону отпустить, чтобы балка ослабла полностью. И тогда она встает, выгинается на свое место. Я хотел как-то гяб заснять. Какой гяб? Как она будет закручиваться. Но там повыше, у меня тут тоже Тёма, будет. У Тёмы бракет вот тот, что мы сейчас меряем. 3 инча, представляете? 3 инча, да. Вот этот крепление сидит у Тёмы почти что на раме. Это столько мне можно опустить, столько airbag заходит внутрь. Сейчас только доводится, вот только сейчас еще только 1.5 инча. Да, их придется перекручивать. Сейчас. У тебя классно пойдет это... Сверху, да. Yep. Сверху рамы, да, и все, и мы их. В эти же дырки даже железо, да, прикрутим и все. Да, да, железку реально. Отлично. Потолще. Так что на 3 инча сядет. О, это вообще будет шикарно. Это будет шикарно. 4.5. Tell your bumpers 4.5, so what you're gonna have like kind of what I see. Ну да. Тём, замерь вот здесь. Сколько отсюда сейчас до сюда, и сколько твои рессоры. И хватит ли мне вот этого U-болта оригинального? Мне кажется, хватит. Теперь замерил. Сзаду почему-то такие осталось 17.3/4, то есть 17.5, а впереди 17.1/4. Получается, мы выгнули балку на 1/4. Видно, нет, что вот этот center pin уже сидит за центром болтом. Короче, он должен стоять сзади центра балки, да? Но я говорю, как он может ходить, когда он до балки прикручен, вместе с тем центром ходит. Как ты его не выгинай туда-сюда? Короче, ерунда какая-то. Ну ладно. Шапы так сказали, Тёма пробует. Тёма добивается, чтобы Кеннер стоял дорогу на дороге. И все, мы сейчас его не занижаем, не поднимаем. Пытаемся сделать с него человека. Так что говорят, даже с обезьяны может человека сделать. Мы пытаемся с Кеннерса что-то сделать. В люди выбить машину. Держу, чтобы он был на пине, я буду смотреть. А, окей, да, да. Мэн, а если сильно как даст, тебя не. Отверткой не выскочить? Ну, это окей. Ну, минус, окей. It's fine, I'm used to it. Знаешь, что я не сильно ровный. It's fine, I'm used to it. Okay. Окей. I just want to make sure that этот пин заходит. Окей.
Стой, потихоньку, давай. Вот, потихоньку идет. Стой, стой, стой. Ага, встал. Переставить. Окей, уже. Все. Окей, давай. Опускай. Я опускаю. Все? Опускай. Руку там не держи, если рессор лопнет. Что, Сашки, лопнет? Что, блин, идет? Вышла аксель. Наверное. Не, ровно садится. Вот так. Ты опустил? Да, that's all the way down? Не, no. А, ну ты опускай all the way. Ну, только ты раскрыл руку. Тут, бери. That's fine. Это такая рессора мягкая, чтобы не долбануло. Да. Крякнет, а? Угу. Уже зашла. По идее, она бы уже зашла. Она сидит, нет, она сидит на пине. Да? Ага. Давай пошли. Или сам аксель влево-вправо пошел. Тоже, он может, да, и так. Да. А у нас тут лаза нет. Да, он чуть надо сюда, значит, я думаю. Да. Лик сюда. Лип даже сюда, да? Ты чё? Let me try gearing up and down. А, ну да. Тоже верно. Тут что, донкат пока убрать? А, нет, пускай. Спустить, да, его? А, it's already loose. Заводи. Там такого мы пошел, встал across the street на нас смотреть. А, не, поехал туда дальше. А, да? А смотрит, может что-то научится. Я вчера стою, вот эти, знаете, белые, которые стоят у DOT, guys. Ховались под мостом на вот это, за UP. А ты чего? Ховались, а я на этом лечил, like 70. Все мигалки включают. Guys, slow down. Не доверенный, не доверенный, go after. Я вчера просто тяжеленький завез. Они, they only go after truckers, they don't even care about cars. Диатишники, это самое, не было там никого. Да, я опущу, потому что он сел на меня. Вот, вижу, как я сейчас сел. А после работы еду, сидит. Кто?
Я здесь. А, да? Можно в таком, да, на обычном месте. Ну да. Думаю, вау, мне повезло еще. Why would you have? The heavy load. 60, там, да, 1000, да. Dude, I had 65,000. That's 60,000 cargo. Ну да. Lots of times. Да, уже 50,000. И ты еще, да. I еще saw you on Hecka around. I never, that's like a Hecka. Why'd you go so far around? What? Huh? I do that all the time in the world. That's like a whole extra 30 minutes probably. Ну да. Yeah, I go down early и все. Or you were scared to go down early with no jigs? Да, я за это сказал. И что это самое весовая. Ну весовая, да, даже быстрее по highway, по Pacific Highway на Highway 2 выехать. Я тоже не хочу. Давай сюда, нас уже. Поехали. Давай еще эту сторону. Да, давай, еще. Давай, да. U-boat как раз чуть like perfect. Да. Там что-то. Поехали. I can't see it. Давай. Хорош. I don't like that I'm doing this on battery. On the low battery? Mm-hmm. I mean it's still strong. It's still strong, but who knows, one bar. А уже я себе хочу эти рессоры полтора листа поставить, чтобы крыло село на колесо, чтобы вот этот гэп не было, зазора этого не было, поняли, да? Тогда он красиво смотрится, ну и бампер приляжет ближе до земли. Это так, так как у меня он стабильно держит дорогу, мне это не надо играться. Мне надо его немного приопустить. Так что рессоры идут, и новые два амортизатора идут. Чем мы везде эрбеги стоят, поняли, да? Даже на Шеве. Лифтованный на подушках. Сидит на 1/4 получается выше. Ничего страшного. Так, мы в салоне в Кеше 900. Такая у нас носяра. Да ты чё, как классно едет. А если еще помыть, когда трубы блестят, то он вообще мягко идет. Сколько у тебя сейчас накачаны подушки? 55, да? Ну да, я задрался, я тоже на воздухе хочу. Да, стой. Джипик слева. О, кстати, знаешь, что сделаю сейчас на джипа похоже? Toyota Sequoia, 23-й год. Не видел? Spinning, man, too much torque. Колеса пробуксовывает.
Короче, я сидел сейчас на этом самом, на Toyota веб-сайт, приценивался. У меня сейчас машины на этот год не будет списать. Мне эту машину в лиз брать. Для таксы. Да. То это, Toyota Supra 839 или что? Лиз. А Toyota Sequoia? Вся квадратная такая, знаешь, с ромбиком сделали. Прикольную сделали. 6 цилиндров, двойная турбина. 430 с копейкой лошадей и 500 торка с лишним. $850 с копейкой лис. То что лучше, супу или сакое? Поднимать выше, да, надо, чтобы руль выровнялся. Почему-то выше надо теперь поднимать. Раньше руль ровно стоял, а теперь всю эту геометрию сделали, руль криво стал. Так что у меня тоже такое, да, ждет? И руль кривой будет. Надо будет опять его раскручивать, снимать. Не знаю, все поддержит. Ну, там лайк. Держит нормально, да? Держит лучше. Я прокатался по этой дороге уже. I already know what it feels like. А, да? Yes. Смотри, здесь. I wanted to see what it feels like. Ну да, здесь кочки. Здесь мы попали с тобой back in USSR. И на кочках, слышь, у меня руль чуть-чуть. А, ну да, сейчас вот. Сейчас он, я по кочкам еду, а на руле. Ага, ага. Ну-ка, по железке. I'm like barely holding the wheel and driving. Нормально, да? Yes. I know what it felt like on this road. Мы просто ровненько едем, не руля почти совсем. Почти получается совсем руль не трогаем, он идет просто ровно, да, там поезд. Ну все, Тёма в восторге, давай через вот этот Six Robles, Six Robles, давай, крутись. А, right here. Не, стоп, назад, сдай. У нас здесь такой этот самый 6 рублей. А, они же открытые. Я думал, сегодня суббота. Когда работы нету, ага. Магазинчик у нас 6 рублей. Нормально. 6 рублей. Рублес. Смотри. Так что, народ, что берем? Для налога, purposes, да, для налогов, чтобы меньше налоги платить. Мне надо сейчас машину взять, как раз в начале года. Ну давай сюда направо, как раз вот по этим кочкам, по железке. Только бампера поднимай повыше, да? Вот здесь ты заденешь. Да ты чё, прошли. Я уже привык, кстати, to this high. Пропусти Volkswagen Tesla. Tesla. Все за Теслами повторяют. Я хочу говорить на батарейках сидеть. On explosives. Ага. Те батарейки, чуть-чуть водичку добавляешь, и они просто взрываются. Они взрываются, да. Эти батарейки самые опасные, если хватит. Немного. Мы сейчас заходим на 509-ю, где я как раз снимал с заднего окна, как его колбасило. Здесь такая дорога сейчас будет неровная. Да.
Тёма не знает, что такое дальний свет, черный дым, пальцы веером, бампер на полу. Вот сейчас качануло, нет? Не, нормально? Да, Рули держит руль. Ну, уже равняться с Вольвой можно? Да, да. Уже... Да? Он не виляет side to side. Не, ну Вольвы клонит на каждом повороте. А, это я не знаю. У тебя еще нет? Вот он, спидбамп. Еще вейпер. Вейпер, он так поплавал. Точно? Он так поплавал. Или влево-вправо он поплавал у нас? Не, он так, dude, it was like on a cloud. Окей. Тогда было, помнишь? Ну, no. Да. У меня вот так он был тогда на дне один. А, влево-вправо ты чувствовал, да? Окей, нормально. Значит, чего-то мы добились-то все равно. С этим. Все равно, слышишь, я вчера одел back to dual shocks, and I kind of regret it again. Все равно, single shocks, что-то I drove better. Ага, Тёма, сейчас переведу. Тёма еще сказал, что вчера он по одному амортизатору поснимал с обоих сторон, да? Да, да. С обоих сторон, да. Оставил на одном амортизаторе, говорит, лучше было. Как-то нормально было. Мягче. Да, просто на такие, знаешь, где такие есть бочки, он его чуть-чуть раскидал up and down. А на всех бампах маленьких его так way soft. Знаешь, на TT, да, вот где едешь, там такие бочки везде. Ага. И он like, up and down, up and down. Кеша нос поснимать, а то всегда белый-белый. Да, Тёме нравится все. Уже Вольву не будешь покупать? Maybe. Короче, еще тоже не уверен. Ух ты, Ford Probe. Ну-ка, догони-ка. Давай взуем его. А что ты, вон, рядом встань, что ты? Right, это далеко еще. Посмотри, какая машина. Ford Probe. Да ты че? Какого это года? 95-го, 6-го? Или 92-го? Я что-то путаю, да? Вот такие машины редкие уже попадаются на дороге еще. Редкая машина пошла. Даже название не знаю. Какая-то для демократов, да? Наши ребята пошли на белой Вольве 860. Что за машина такая? Кто знает? Значок какой-то демократический. Неужели дерьмо перевозить? Машина дерьмо перевозить с Белого дома. Так, ну а мы что? Мы ничего. На пятерку можно скочить сразу на экст? На наш экст? Да. А то мы ни разу не заходили. Ну, на этом 900. На фривей.
сделал, сам ровно едет. Короче, мы с обезьяны сделали человека. Уже можно ездить на Кенверсе. Все классно. Ну, с грузом, конечно, он себя по-другому будет вести. Да, с грузом чуть сильно получше. Всегда получше, Тёма говорит. Чем с пустыми часами. Если так, сейчас с часами, как будет с грузом? Солярка, да, что-то вот до 4.99 упала и стоит. Сегодня этот самый диетичники работают. Неужели сидят здесь? Траки, главное, не ездят. А они сидят, да, он слева сидит. Вон они двое пасутся. Тёма всегда горняк возле них включает. Они все такие всегда смотрят. Вот так вот. А мы любим своих полицейских, а они нас. Классные мужики. Но они нас пока не трогают, да? Смотрят, крутые траки постоянно ездят. Профессионал переключается. Не, лучше туда и назад, раз на ват ехать тебе с утра. Так, Тёма хочет профессионально. Справа с blind side. Загнать вот сюда. Cameron, how you doing, brother? Here's how you back up from the blind side with the little 40 footer. Все, паркуем. Тёме понравился, как он едет. Едем до дома. Народ. Как он звучит? Какой у него звук, а такой низкий. Земля дрожит. Вот реально стоишь, земля дрожит, когда котенок паркуется рядом. Называется Parallel Parking с первого раза.